Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я вам покажу вступление группы Пикник в песне «Королевство кривых». Итак, хочу начать с того, что обычно я делаю разборы песен, там всяких вступлений, все что угодно, по заказам. Вот. Иногда просто сам. Сейчас, в принципе, единственная мотивация делать это по заказам, потому что с Ютубом не все так просто. Вот. Все нам подключали, всякие там монетизации. В общем, ничего мы, те, кто в Ютубе ролики выкладывают, они сейчас с этого практически ничего не имеют. Там, может быть, 1-2 копейки. Вот, поэтому делается это в основном вот чисто для, так сказать, ну, по заказам. Так что, если у вас есть желание, можете заказать мне ролик, я его разберу, вот, ну и так далее и тому подобное. Итак, поехали. У группы Пикник очень много интересных вступлений, так же, как и у многих других, поэтому я, естественно, не буду обходить ее стороной. «Королевство кривых», ну, еще ее там называют, например, там «Минуты еще». Есть очень много роликов с разбором аккордов. Ну, аккорды я, естественно, тоже покажу, потому что обычно я все-таки стараюсь сделать аккорды один в один. Итак, поехали. Вступление состоит из двух частей. Они по схеме похожие, но отличаются. Там есть моменты таких явных отличий. Итак, начинаем мы с пятой струны, пятого лада. И опять пятая струна, пятый лад. Дальше четвертая на седьмом два раза. Четвертая на пятом два раза. И пятая на восьмом один раз. И у нас получилась первая фраза, сразу ее запоминайте. Не нужны никакие табы, там все вот эти какие-то программы, все это все. Итак, поехали. И эту фразу мы всю полностью повторяем опять. Пятая на пятом, пятая на пятом, четвертая на седьмом два раза, четвертая на пятом два раза. И пятая на восьмом один раз. И у нас получилось две одинаковые фразы. Сразу их запоминаем. Да, кстати. Вот изначально у нас пятая была, когда первую фразу играли, она два раза на пятом была. А вторая фраза такая же, только один раз. Итак, поехали. Раз, два. И уже просто пятая на пятом один раз и сразу на четвертую на седьмом два раза. Еще разок повторяем эти две фразы, переходим к третьей. Вот третья. Ну, третья, четвертая, они у нас одинаковые. Третья фраза начинается у нас тоже так же, пятая на пятом. Пятая на пятом, потом четвертая на восьмом, на седьмом, ну, на восьмом она два раза, раз, два, на седьмом. И делаем слайд этим же пальцем на четвертую, на пятом. Получается, пам. Пятая на пятом, четвертая на восьмом два раза. Четвертый на седьмом, один раз слайд до пятого лада и дергаем. Два раза одно и то же играем. То есть, третья и четвертая фразы, они у нас одинаковые абсолютно. Слайд сделали, еще дернули четвертую на пятом. Готово. Идем дальше. Ну, можно повторить все четыре фразы. Первая. Вторая была, потом третья, четвертая, пятая. Можно с этого же пальца начать.
Играем четвертую на пятом три раза. Раз, два, три. Потом четвертая на третьем. Слайд на второй. Четвертая на пятом три раза. Раз, два, три. Четвертая на третьем. Не отсыпая, ведем на второй и дергаем на втором. И потом следующая фраза, по-моему, шестая. Четвертая на втором. Раз, два, три. Четвертая на пятом. И вот такой легато с пятого на второе. Ну, то есть дергаем четвертую на пятом, отпускаем, но на втором мы ее продолжаем держать. Потом четвертая на третьем. Вот она эта фраза. Та-да-да-та-ра-дам. И дальше идем. Получается четвертая на третьем. Раз, два, три. Четвертая на третьем три раза. Потом четвертая на втором. Потом легато с четвертой на втором. На открытую четвертую. И четвертую открытую дергаем медиатором. Раз, два, три. Легато. Дергаем. То есть, ну, мы сдергиваем четвертый было на втором, дернули, сдернули левым пальцем на открытую четвертую, потом дернули четвертую открытую. И еще раз дергаем четвертую и делаем вот такой переход октавками. То есть сразу зажимаем пятую на первом, четвертую на третьем. Точнее, не четвертую, третью на третьем. Пятую на первом, третью на третьем. Играем пятую на первом, третью на третьем. Вот эту схему не снимаем со струн первый и третий палец, сдвигаем ее на два лада вправо. Будет пятая на третьем, четвертую, третья на пятом. Играем пятая, третья. Здесь пятая на первом, третья на третьем. Здесь пятая на третьем, третья на пятом. Перед этим была четвертая открытая. Ну вот, получилось столько фраз. У группы Пикник есть свой канал в Ютубе. И там, кстати, они выпускают ролики в рубрике «Играй как мы», «Играй вместе с нами», «Играй лучше нас». Вот там все это показывается, но там, естественно, ничего не пишется. Ни лад, ни струна, в общем, ни совершенно никаких как бы ни табов, ничего нет. Вот. Просто показывают. Я решил все это дело, так сказать, немножечко разобрать по струнам и по ладам. Итак, давайте все повторим. Я сыграю каждую фразу медленно, даже их просчитаю. Все, поехали. И на этом, в общем-то, можно будет закончить. Первая фраза. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И переходик двойной. Семь фраз и переход октавами. Здесь играем через струну. Пятая, третья, пятая, третья. Это в правой руке. Главное не убирать вот эти пальцы. Первый, третий. Не снимать с пятой, третьей струны. Просто ведем их как по рельсам. Все. Итак, последний раз играю в темпе. Значит, это все вступление. Потихонечку уже, когда выучите, вот здесь в конце ролика, все это можете со мной проиграть. И это будет только половина вступления. Следующую часть, вторую, естественно, я покажу в следующем ролике. Итак, поехали. Такая концовка. Thank you.
Ну вот, собственно, и все. Продолжение в следующей части. Пока все это учите, тренируйтесь, у вас все получится 100%. А я, в свою очередь, желаю вам здоровья и благополучия. Пока.